территория на что? Якобы на строительство объектов, увеличивающих транспортную нагрузку на трассу Казань-Борово-Матюшино. Вот, кстати, как бы тоже ссылаясь на этот мораторий, они перестали выдавать строительные разрешения. То есть мы с 15 года, те, кто не получил их до 15-го, до июня 15 года, до сих пор не могут не получить ни одного разрешения на строительство. Ну, исполком, как бы, я все-таки думаю, что люди понимают, что надо заезжать как-то надо. А, видимо, вам предлагают по какой-то другой дороге заезжать в свой поселок. Предложений никаких от них нет. Предложений от них нет, предложения все от нас идут. Мы также обращались в исполком с предложением сделать здесь, обустроить полуразгонное торможение за свой счет. Они это предложение также отвергли, вот как раз ссылаясь на этот мораторий. Мораторий действует до момента строительства какой-то развязки здесь. Но никакой развязки не строится, заезд нам не разрешают. Если даже нет развязки, есть другие варианты. Можно сделать карманы для разворота или еще какие-то варианты. Ничего не предлагают, ничего не делают. Сам текст этого моратория нам никто не показывает. И в судебном заседании в Приволжском суде представитель Приволжского района, администрации Приволжского района, пояснил, что нормативного акта нет, и он носит устный характер. То есть это не документ, на который можно ссылаться. Это просто как какие-то чьи-то слова, причем чьи нам не говорят и не показывают. А мы с лета прошлого года оббиваем пороги судов. Все, кто сейчас возводит строение, у всех есть разрешение на строительство. Мы все получили в законном порядке, занимались мы этим с лета 2014 года до вот весны 2015. Все мы без проблем получили. Мы за свои деньги делали съемку, мы наносили этот участок на планшеты. Нам говорилось управление архитектуры и градостроительства, что ваши участки не нанесены, хотя это обязанность исполкома. Мы оплачивали за свои собственные средства услуги межевых организаций. Ну вот, на сегодняшний день мы столкнулись с таким беспределом. Предложат два варианта. Первый вариант – вот в лес, так, на Вороновку. Второй вариант – это, получается, вот за этими домами есть съезд. Съезд куда? В направлении Мирного, получается. Там, через рвы. Две там дороги. Ну, да, по сути, как бы две. Это не дороги, это направление просто. Вот эту дорогу вам предлагают в качестве альтернативы, да? Даже не предлагают. Если так же, мы просто сами добровольно решили посмотреть, что в действительности есть ли альтернативная дорога. А, это вот подъем этой дороги, да? Да. Ну понятно, как бы. Да. Вот здесь перекопано, получается, вот смотрите. Ну, по крайней мере. Она перекопана в самом начале с той стороны. Горзин кост под КамАЗ поедет. И КамАЗ будет. У них вот здесь посадки идут. Но они за их территория, неправильно, чтобы оттуда люди не ездили. Так что с той стороны вы подъедете и встанете. Все. А с этой стороны я же вам